Для приготовления утки нам необходимы утка, соль, перец, чеснок и кисло-сладкие яблоки. Перед запеканием не забудьте удалить попку, чтобы избавить блюдо от неприятного запаха. Тушку хорошенько обмыли и пропитываем ее бумажным полотенцем. В отдельной посуде смешиваем все специи: соль, перец и чеснок. Их количество зависит от размера утки. Хорошенько обмазываем утку со всех сторон. Внутри тоже можете обмазывать. На вкусовые качества это не повлияет, даже наоборот. Утку маринуем в специях примерно 2 часа. Можно также оставить на всю ночь. Тем временем займемся яблоками. Вырезаем сердцевину и режем их на небольшие кубики. Теперь начиняем нашу тушку. Чтобы утка была сочной, лучше всего использовать сочные фрукты или ягоды, такие как яблоки, апельсины, чернослив. Закрепляем отверстие зубочистками, чтобы утка хорошенько пропиталась яблочным соком и ароматом. Отправляем нашу утку на фольгу. Если ваша птичка очень большая, лучше порезать ее на порционные кусочки, чтобы она компактно разместилась в фольге. Герметично упаковываем, создаем среду, чтобы утка готовилась в собственном соку. Эффект мультиварки. Таким способом мясо будет очень мягкое и сочное. Когда все готово, отправляем в духовку на 2 часа при температуре 180 градусов. К концу приготовления открываем фольгу и ставим блюдо обратно в духовку, чтобы утка приобрела золотистый аппетитный оттенок. Делайте это аккуратно, чтобы не обжечь паром руки. Проверяем. Утка готова. Всем приятного аппетита!